Привет, вы на канале BlaBlaFusing, мой сегодняшний кето-обед. Я нахожусь сейчас на удержании веса, держу свои 74 килограмма после потери 48 и питаюсь на 2000 килокалорий два раза в день, то есть у меня есть только обед и ужин. Все в кето-пропорции и до 50 грамм чистых углеводов в моем рационе сейчас присутствует. Так сказать, это позволяет мне продолжать удерживать и находиться в глубоком кетозе. Традиционный капустный салат. Сегодня здесь только капуста, заправка, масло виноградное и много-много зелени. Это сегодня укроп, немножко щавеля. И руккола. Руккола дает вообще совершенно неподражаемый, обалденный вкус любому салату. Сегодня у меня еще по выше перечисленным причинам, потому что я давно в кетозе, потому что я ем 50 грамм углеводов в день. И, соответственно, вот можно позволить себе сделать такую вот, например, здесь 100 грамм корейской морковки. То есть морковочка с чесноком, маслица и все как положено, специи. Так, что сегодня еще? Сегодня еще у меня 100 грамм вот здесь вот отварной свинины, просто отваренная свинина. Так сказать, это уже остаточки печеночного куриного паштета. И еще сделала сегодня здесь 200, почти 200 грамм свежего кабачка, потушено с шампиньонами. Шампиньоны есть тоже из замороженных. Нет, кабачок свежий, а шампиньоны мороженые были. Так, и ну и все это на кокосовом масле потушено, чтобы вода испарилась, и потом туда вбила сырое яйцо. И сегодня еще у меня такая штука, как вот я, у меня есть видео о кокосовом молоке, о том, что, чем заменять на кето молочные продукты. И в данном случае вот здесь 20 грамм кокосового молока, замороженное. Съем я его не сразу. По каким-то неизвестным причинам на кето-питании я не запиваю съеденное. Я пью потом что-либо, чай, кофе или что-либо вообще угодно. Минут где-то через 30-40, а то бывает даже и через час после того, как поела. По каким причинам, не знаю, но почему-то запивать напрочь расхотелось. Но так как это кокосовое молоко, как говорится, было уже куплено, деваться некуда, куда-то надо его расходовать. Утром я его пить не могу, потому что это нарушит мое интервальное голодание. Поэтому вот придется сделать себе, наверное, кофе. Минут через 40 после обеда я его съем, выпью, вернее, вместе с этим кокосовым молоком. Приятного аппетита мне, приятного аппетита всем, кто смотрит мой канал и мои видео, и кушает вместе со мной. Всем пока, привет-привет, пока-пока, привет-привет, и, короче, в общем, вы поняли, всем пока.